Братан, да я тебе говорю, это развод по-любому. Если деньги не хочешь переводить на карту, значит тут два варианта. Он либо раскинуть хочет, либо завалить. Третьего не дано. Да, я тоже так считаю. Нет денег, нет тачки. Ага, до свидули, да. Ну что, лохи какие-то, что ли, на личные встречи приходить? Слушай, тут Лариса пришла, я тебе попозже наберу, давай. Ага, окей, пакет. Что случилось? Ну, короче, я случайно узнала, что завтра кастинг будет, и один агент из Москвы приезжает. Ничего. Ну, короче, мне Ленка такая говорит, я только маленький, не говори, ее на кастинг не позвали, у нее бедра как футбольные ворота, а там еще троих позвали, так у них вообще страшный капец. Марис, хорошо, стереть, что случилось-то? Так и меня тоже не позвали на этот кастинг, меня, ты понимаешь, у меня же фигура идеальная, у меня параметры идеальные, кожа, у меня на лице ни одного прыща нет, а Ленке на лице пицца Маргарита, так ее позвали, а меня нет. То есть тебя на кастинг не пригласили, и ты из-за этого плачешь? Ну ты совсем что ли? Дим, ну, скажи мне, но только честно. Может, я что-то не понимаю, я красивая? Ну, как тебе сказать? А ты у него спроси. Угу.